Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Как разобраться в себе? Стал раздражительным, вспыльчивым, всегда все близко принимаю. От этого в семье отношения часто напряженные. Ну, такой же вот у нас в данном случае. Довольно коротенький получается вопрос. Вот. Значит, что хочется сказать? Ну вот, непосредственно. Ваше состояние, на мой взгляд, связано в первую очередь с тем, что вы довольно много получается вещей в себе стали зажимать. Вот. Ну то есть вот как это вижу я. Вот. То есть вы стали подавлять в себе какие-то вещи, вы стали, значит, не позволять себе какие-то вещи, вы стали, ну, по-видимому, запрещать себе какие-то вещи, вот, и так далее. Вопрос заключается только лишь в том, как вы к этому пришли. То есть, ну вот, грубо говоря, да, что изменилось? Что изменилось, что вы стали вот, ну, подавлять себе, значит, ну, какие-то вещи, вот. Что изменилось, что вы стали, ну, сдерживать, грубо говоря, себя, вот. То есть очевидно, что что-то произошло, вот, ну, в вашей жизни, да, очевидно, что что-то случилось. Вопрос только заключается в том, что именно произошло. Вот. Значит, когда человек себя начинает сдерживать, когда человек начинает себя, значит, подавлять, ну вот, в той или иной степени, то ему практически всегда ну вот в этой ситуации ему я бы сказал, значит, ну, требуется какая-то, ну, как бы компенсация. Вот. То есть ну вот со стороны какая-то компенсация требуется человеку. Вот, соответственно, отсюда у вас получается, по-видимому, такое вот близкое восприятие того, что с вами происходит.
Поэтому наша задача с вами заключается в том, чтобы увидеть, в чем и почему вы стали себя, ну, скажем так, сдерживать. То есть, какие основания для этого у вас появились? То, что эти основания появились, это, на мой взгляд, факт очевидный, факт бесспорный. И посмотрите, а чего вы хотите в этом раздражении. А кто, например, кто знает о том, что вы раздражены? Да? Ну, то есть вот. В курсе ли кто-нибудь, что вы испытываете вот такие чувства, что вы испытываете вот такие эмоции, и что в целом вам вот, ну, так скажем, достаточно тяжело. То есть с кем вы условно об этом можете поговорить? Кому вы условно можете об этом рассказать? С кем вы можете этим поделиться? С кем вы хотите этим поделиться? Вот. И так далее. Я бы предположил, что вы злитесь. То есть я бы предположил, что люди вокруг вас нарушают ваши личные границы. А вы по ряду причин им об этом не говорите. То есть, ну вот, вы по ряду причин, да, как-то вот себя сдерживаете, вот вы по ряду причин как-то вот, значит, ну, себя подавляете, и отсюда, в том числе, возникают трудности. Вот. Поэтому я бы предложил бы вам посмотреть, ну вот, на кого вы можете злиться. Ну, то есть, вот, что это за человек. Вот. Или люди. То есть, если это, ну, вот, не один человек, да, если это вот, ну, если это несколько людей, то кто это мог бы быть? И, собственно, за что бы вы могли на этих людей обижаться? Вот.
Если не можете, не хотите сейчас как-то вот, значит, ну, объяснять людям, что вы злитесь, да, там, не готовы, вот, не чувствуете себя как-то вот в ресурсе, да, и так далее, то ничего страшного, я думаю, что, ну, можно пока, ну вот, просто сфокусироваться на том, чтобы вот хотя бы самой себе это проговорить, то есть это уже было бы, скажем так, неплохо. Вот это уже было бы, ну это уже была бы, вот, в какой-то степени это уже была бы победа для вас. А на данный момент и послужило бы началом изменения этого состояния, которое, ну вот, вы описываете. А здесь нужно сказать следующий важный еще момент. А дело в том, что понятно, что с близкими людьми нужно постараться бережно, ну, быть бережно, то есть вот, ну, если вы, к примеру, там, занимаетесь собой, да, то есть вот если вы, если вы начали над собой работать, то люди-то, они над собой не работают, вот. И, соответственно, они могут оказаться не готовы к тому, что вы изменили. Поэтому крайне аккуратно нужно обращаться с чувствами ваших близких, если, ну, вы хотите, чтобы отношения сохранились. Вот. Но все же крайне желательно, чтобы вы учитывали, чтобы вы имели в виду факт того, что отношения с ними у вас могут ухудшиться. И ухудшиться могут ваши отношения довольно сильно, вплоть до расставания, вот. К сожалению, это неприятно, безусловно, но это факт. И так, ну, так бывает. Поэтому, само собой, будет лучше, если вы к этому будете готовы. То есть понятно, что больно, например, вам будет так или иначе, да,
ну, от того, что отношения испортились, то есть больно вам будет в любом случае. Но готовность к этому тут, ну, настолько, насколько это возможно, вот, позволит вам хоть немножечко смягчить удар, и готовность к этому даст вам возможность обратиться за помощью. То есть это вот такой прям отдельный пункт помощи, когда именно прорабатывается болезненное изменение отношений. Вот. То есть, когда я вот понял, да, я понял, что я изменился. Я это понял. А вот как бы ты еще нет. Вот. Ты еще не понял, что я изменился. И, соответственно, выступаешь, ну, против этого. То есть, как бы, ну, противишься этому. Вот. Противишься этому, ну, по понятной причине, да, в данном случае, почему это происходит, потому что страшно, вот. То есть тут в этом смысле все предельно понятно, что люди боятся перемен, вот, никуда от этого не деться. От того, что люди могут бояться перемен. И в какой-то степени это хорошо, что они перемен боятся, потому что это, ну, все-таки дает некое постоянство. Вот. То есть бояться перемен нормально, но вот порой это выливается, к сожалению, вот в довольно негативную сторону. Вот. Такая история. Последнее хочется сказать вам. Ваше состояние, которое вы, ну, вот, описываете, вам может видеться ситуативным. То есть это состояние временное, говорите вы себе, вот оно, это состояние сейчас закончится, вот, и все будет как раньше. Я хотел бы, чтобы вы, по возможности, не исходили из того, что это состояние временное. Потому что в моем опыте появление таких вот признаков говорит о том, что человек меняется. Изменения штука постоянная. Вот именно что постоянная история. Понимаете? Понимаете, да? Это именно что постоянная история. И соответственно исходить нужно из этого. Из того, что это возможно. Только возможно. Будет всегда. И это требует, вот, конечно, каких-то усилий для того, чтобы отношения сохранить. Где-то терпимости, да, где-то мудрости, где-то мягкости, где-то еще чего-то. Ну, то есть еще каких-то ну, проявлений, скажем так, да. Вот, и без опыта, вот,
ну, без опыта взаимодействия с такими ситуациями, я бы сказал, что будет, конечно, тяжело. Именно поэтому я и ну, предлагаю в данном случае помощь. Именно поэтому я в данном случае говорю о том, чтобы вы, ну, вот, не пытались справиться с этим, значит, самостоятельно, чтобы вы все-таки, ну, позволили себе помочь. Вот. Настолько, насколько вы готовы это сделать. С наименьшими, чтобы потерями это было для вас и для ваших близких. Вот. На этом все. Желаю вам всего самого доброго. И удачи. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Всего самого доброго.